Друзья, хочу вам рассказать про очень интересный прибор. Педал Зила. Этот прибор заказал мой очень хороший друг у компании Brighton. Это индивидуальный заказ. Смысл его в чем? Что это педалборд в одном корпусе. То есть моноблок, есть такое сейчас популярное слово. То есть разные эффекты и расположены в одном корпусе. То есть платы каждого эффекта встроены в общий корпус. Картинки просто для наглядности этих эффектов. Какие здесь эффекты? Fat Screamer от компании Brighton, Richman Distortion от компании Brighton, Small Stone, это Electro-Harmonix, это оригинальный фейзер, просто его плата расположена внутри. AutoWow от компании Boss, тоже оригинальная, расположена плата внутри корпуса этого. Delay аналоговый, Stop Temp от компании Brighton. И в конце Clean Boost для понятия громкости на соло, тоже от компании Brighton. И что примечательно, в этом моноблоке три выхода. Они могут одновременно все работать. То есть это выход обычный, гитарамп, выход в микшер. Для этого у нас работает спикер-бокс, спикер-симулятор от компании Brighton. То есть выход в микшер, это сразу в пульт, в звуковую карту. И третий выход на кабинет. 8-16 Ом. Для этого здесь встроен, был такой у компании Electro-Harmonix усилитель калибр 44 или Magnum 44. Вот его картинка. То есть это в формате педали, оконечный усилитель. Его плата тоже разобрана и встроена в этот корпус. Вот. И то есть вот благодаря этому выходу вы можете напрямую педал Зилу включать в любой кабинет. И для корректировки чистого и вообще входного уровня существует преамп, который работает на выход спикер-симулятор и на выход пауэрамп. То есть преамп, громкость, эквалайзер. Тоже преамп разработан компанией Brighton. И на данном видео мы скоммутировали педал Зилу все три выхода сразу в три источника звука. То есть гитарамп взяли в усилитель Marshall GTM-45. Выход микшер сразу в звуковую карту, в пульт. И выход на кабинет, в маленький кабинет. И подзвучивали тоже микрофоном. И на данном видео я просто буду переключать дорожки и писать на экране, какой именно сейчас звучит из выходов. Спасибо. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр.